там, второй команды молодежи. Обычно появляются команды на поле. Это обычное вполне явление. Ну и занимают места в воротах. Теперь вот быстро разберемся, кто где на какой позиции играет. Ювентус сразу включает прессинг. И, естественно, впереди сидит. Поле у нас сегодня не супергигантские, прям скажем, таймы. По 20 минут. Два из этих 20 уже. И вот, конечно, нынешняя форма в большей степени соответствует этому слову. Передача вперед. Пас направо. Тут у меня своеобразный весьма протокол. Не все, не всегда сразу. Там много чего рассказывали интересного. Думаю, что философия, конечно, игровая, футбольная, несколько иная у Ювентуса, чем у Барселоны. Мало в чем они совпадают, но команда 2003 года, понятно, что кому-то просто может еще не исполниться. Но у нас лето, середина, в общем, года. Там есть целые разные, там в какие-то холодные времена, а те, кто родился летом, доводилось разное слышать. Ну, не уверен, что это прям настолько уж важно. Вот сейчас перехват мяча, пас хороший. Наши команды чуть более академично выглядят. Понятно, что настроились на вот этот поединок. Один из заключительных вообще зенитовских команд на этом турнире. И вот сейчас удар по воротам, но поймали буквально долю, даже не ошибки и даже не потери концентрации, просто долю раскрытости поймали. И ехал он в Париж, решил новый виток, как многие шутят, на старости лет предпринять. Но я думаю, что примером он останется еще очень на много лет для всей своей команды. Сейчас Войцех Щенсны, первый голкипер в основном Ювентусе, если кто-то забыл. 10-й номер с мячом, Рони Михайловский, затем дальше передача по центру. И вот еще на левый фланг Зайцеву, и вот здесь можно попробовать уже сместиться и пробить стиле робота.